Ирина Викторовна, вот смотрите, съездили мы все вместе на съезд Союза журналистов. Для меня стало, во-первых, это мне очень приятно, что я туда попала. Во-вторых, я потом уже, когда приехала, я осознала, на самом деле, какое-то серьезное мероприятие, тем более, что проводится оно достаточно редко. Да, и вот мы уже начали с вами говорить о том, что вот интересно было, потому что все-таки 5 лет назад проводился последний съезд. Да, да. Страна за эти 5 лет сильно изменилась. Да? Да. Вот на ваш взгляд, как правильно сказал у нас Виктор Николаевич, какой это съезд был? Переломный, непереломный, рядовой, очередной, да, тем более, что у вас опыт гораздо больше, чем у меня. Для меня вот он стал первым съездом, да? Ну, во-первых, на съезд не попадают, а избираются. Делегатов избирала областная конференция на альтернативной основе. Это я помню, да. Да, все было вот очень серьезно. Что, да. Для меня мое избрание стало неожиданным. По-взрослому, да. Ну и, конечно, журналисты очень большие надежды возлагали на этот съезд, потому что ситуация в журналистике серьезная, и, в общем-то, его как-то так считали этапным. Вот, в общем-то, прошло уже 20 лет, больше 20 лет, как страна живет в новых условиях. Значит, и перед журналистами новые задачи ставились. Ну и как раз время подошло и подытожить, и посмотреть, что получилось, что не получилось. Ну и самое главное, конечно, вот я говорю, надежды возлагались, потому что очень серьезная ситуация у нас. Кризис доверия в обществе, доверие не только к журналистам, к журналистскому слову, но и доверие к падает доверие к институтам власти, там, к полиции, ну, да, журналистика прокуратуре. В этом смысле далее. Четвертая, да, власть, мы болеем всеми теми же болезнями, конечно, которыми конечно, болеет все наше общество, вот, все наши остальные. Поэтому очень хорошо, что вот мы все делегаты этого съезда, мы слышали, какой разговор был, как временами возникали даже конфликты, как делегаты отнеслись к поучениям вице-спикера Железняка, да, как его захлопали, с каким недоверием выступление того же Митрофанова встретили. Ну и, в общем-то, были достаточно острые, но в то же время конструктивные такие выступления. Так что я думаю, что свою роль в судьбе журналистики этот съезд должен сыграть. Ну, я думаю, что мы вернемся к Железняку, но продолжите Иринины слова о том, какой это был съезд. Я думаю, что он был живой. Он действительно был живой. Вот здесь я вспомнил слова выступления Лукина. Он сказал, привел цитату: «Давно я не лежал в Кремлевском зале». В колонном зале. В колонном зале, да. Так вот, журналистская организация, она осталась живой. Она не легла в этом колонном зале. Она продолжила свою работу, и я думаю, что это самое главное. Да. Я просто вот была на разных съездах, я имею в виду в качестве журналиста, смотрела в разных отраслях, и надо сказать, что съезд журналистов принципиально, знаете, чем, на мой взгляд, отличается от всех остальных отраслевых съездов? У нас такое вот, ну, это такая рефлексия и самобичевание. Да. То есть редко кто выходил и говорил о каких-то своих успехах. Все говорили в основном о своих каких-то болезнях. И это говорит, кстати, на самом деле это очень хорошо характеризует тех людей, которые сейчас работают в журналистике или там работали в журналистике, кто приехал на съезд. По одной простой причине. Потому что это могло бы превратиться, там, я не знаю, в съезд медиков, где кто-то там, единственное критическое выступление, оно разлетается на цитаты. Хотя у них болезни, например, не меньше, чем у нас, а вот эти какие-то парадные отчеты, у нас их вообще не было. А вот как обращался Богданов, коллега, сам делегат, ребята. Это все по-доброму, по-домашнему. Конечно, да. При всем при том, что это колонный зал, и все такое пафосное, вся эта лепнина, и президиум вроде сидит, но уже, с большей частью людей с президиума все общаются по именам, и нету вот какого-то, такого чинопочитания вообще нет в этой организации. Авторитаризма такого нет, это не было. Ну, кстати, проблема, с которой, на самом деле, в этом году, наверное, мы начали все сталкиваться, и меня радует, что журналисты об этом уже начали говорить, и в том числе и на съезде часть выступавших, это то, что государство очень активно стало работать
пытаться работать в средствах массовой информации. Или вмешиваться в работу. Она даже не то чтобы вмешиваться, стала перекупать. Митрофоров об этом сказал. Да. То есть вот это вот приход государственных денег делает, конечно, и попытка государства самостоятельно делать свои средства массовой информации, безусловно, вообще разрушает всю картину, нарушает все правила игры, делает. Особенно это в печатной, я так понимаю, отрасли очень актуально. Что вот у нас? Насколько мы этим всем подвержены, потому что у нас тоже начала выходить бесплатная газета правительственная. Да? Вы вот общаетесь больше с ребятами на местах? Что они говорят? У них такое ощущение? Ну, мы по этому поводу уже высказались. В общем-то, и на нашей конференции областной мы говорили и так в материалах, и мы выступили с заявлением Союза журналистов правления. Вот я здесь вижу, что вот я честно в свое время откровенно сказала, что это удар в спину печатной журналистики, настоящей, качественной, в общем-то, относительно честной, уж если так говорить. Более-менее объективной. Да, ну, более-менее объективной классической журналистики. Угу. Ладно бы, если бы это был добрый дядя, у которого скопилось много денег, и он нашел себе такую забаву выпускать бесплатную газету. Но дело в том, что эти газеты тоже претендуют на бюджетное финансирование. И почему бы не поддержать этими деньгами те газеты, там, журналы или телекомпании, которые испытывают трудности? Вот, чтобы их поддержать, чтобы они развивались, находили новые форматы контента и так далее, и так далее. Ну, вот, к сожалению, эта история со старейшей газетой «Северный край», я все больше убеждаюсь, что зря мы не поддержали тот формат и то содержание старого «Северного края». Вот, газета, у которой есть традиции, есть интересные наработки. Но у нас что получилось? Под заголовком «Северный край» выходит совершенно другая газета. Она не нужна вот именно читателям, аудитории «Северного края». Такая газета не нужна. Ну, и это время, в общем-то, время это докажет. Вот, вот это вот все-таки была ошибка. Но ошибки надо исправлять. Я могу с тобой не согласиться, Ирина. Дело в том, что Союз журналистов поддержал вот это самое... старый «Северный край», «Северный рабочий». Вот. Он, из твоих же заявлений были, и у губернатора, неоднократно причем, обращения были. Почему не поддержал сам коллектив газеты, свою газету? Ну, вот. Тут можно легко говорить. Вот в этом-то и опасность серьезного государственного финансирования, что помимо того, что там будет написано, понятное дело, да, что тут понятно, кто будет заказчик и какого рода будут материалы, когда начинает вмешиваться государство. Проблема в том, что они ведь нарушают баланс и журналистов. То есть журналисты начинают закидывать деньгами, и журналисты хорошие перетекают из других изданий в эту государственную прессу. И это мы видим на уровне федеральных изданий, когда постепенно началась миграция журналистов из независимых СМИ в зависимые. Потому что на начальном этапе им обещают большую зарплату, говорят, да вы будете здесь и шуфнуть, вы будете делать здесь все, что хотите. Ну, с этого я перебью, извиняюсь. С этого развал журналистики и хороших изданий. Этот путь в свое время, вот и на съезде про это говорили, и раньше «Известия», всемирно известная газета, вот именно так она была развалена. И страна потеряла, ну, в общем-то, один из качественных источников информации с мировым именем, к сожалению, да. И... Потому что кажется, что да. Более того, я прекрасно понимаю, как рассуждают люди, которые делают, да, вот этот вот эту. Потому что они прекрасно понимают, что если они будут тупо фигачить, извините за выражение, пропаганду, то этот боевой листок вообще никто никогда читать не будет. Поэтому им надо вот эту вот лобовую пропаганду как-нибудь вот красиво рядышком оформить хорошими авторами. И вот здесь тоже вопрос к журналистской солидарности. Вопрос, конечно, к тем журналистам, которые за деньги начинают уходить вот в такие вот СМИ пропагандистские, потому что ты понимаешь, что ты по сути своим присутствием легитимизируешь... Это, кстати, ко мне тоже вопрос, да, что я здесь делаю. Ты начинаешь легитимизировать тот орган,
да, по сути дела, печатные там государственные власти, в котором ты работаешь своим именем, своим подписью. Плюс ты еще будешь создавать интересный контент, на фоне которого в рот, ну, на фоне которого будут заниматься, возможно, оболваниванием населения. И причем этому ты процессу никак не сможешь помешать. Потому, ну, что ты вроде как, ты пишешь честно. Другое дело, что в тебя завернули и подсунули. Ты об этом, кстати, выступил с этим на съезде. Ну, я пыталась, конечно, немножко о другом поговорить. Вообще пыталась сказать о том, что журналистика факта, к сожалению, вот именно как журналистика, она умерла. И вот это вот то, о чем говорил наш английский коллега. Да. О том, что Мердок убил, по сути дела, качественную журналистику факта, когда факты стали покупаться, когда сведения стали добываться незаконным способом, когда в журналистику пришли шпионы, а не журналисты, да? Забыв о том, что это социальная ответственность. Да, да, да. И стали сами нарушать права человека, права людей. Об этом говорил и в докладе в своем Богданов тоже, что, к сожалению, сейчас на первой позиции вот в информационной политике выходят политтехнологи, ну, так называемые пиарщики. Да? И уже журналисты невольно из-за денег, потому что зарплата журналистов оскорбительно низкая, так прямо скажем. Это же люди должны быть с хорошим образованием. У нас практически все журналисты с высшим, а то и не с одним образованием. И зарплаты-то маленькие. Ну и понятно, что вот нужда заставляет подрабатывать таким образом. Но, кстати, на Западе, в той же Америке, журналистам запрещено, например, заниматься пиаром. Если журналист будет замечен в этом, то его просто-напросто из сообщества изгонят. Вот, кстати, об этом было одно замечание и предложение, что если будет доказать хоть один факт, джинсы, то журналист из сообщества исключается, из союза журналистов исключается. Кстати, сказать вам про Америку, да, и это при том, что в понятие пиар они вкладывают совершенно другую вещь. То есть, когда мы говорим про пиар, то, ну, вот американцы вообще не понимают, потому что в их понятии пиар – это вполне себе уважаемая профессия. Пиарщики – это люди, которые рассказывают, ну, занимаются апологетикой некого проекта, некого пытаются связать и понятно, внятно для людей рассказать о том, что же происходит, да, другое дело. Дело, когда эти материалы, их задача делать так, чтобы это было так интересно, что люди бы писали об этом даже бесплатно. Другое дело, что как только журналисту принесли в конверте, и это называется уже джинса, да, как только для того, чтобы он не просто написал, а написал обязательно, да, об этом, и это все прошло как-то... Это, конечно, это пятно на всю жизнь, и это, ну, это уход из профессии. Но у нас в основном пиар понимается под пропагандой, агитацией, с выборными технологиями. Хотя это разные вещи. Да, вещи это разные. Журналистика – это творческая профессия. Социально ответственная. Да, социально ответственная. Это, значит, она должна нести и большие гражданские функции, и социальная, и защита людей, и, как говорится, правдивое информирование и так далее. Ну вот я хочу еще сказать, что хороший разговор состоялся на съезде по действенности, ведь средств массовой информации. Вот мне вспомнился анекдот перестроечных времен. Что общего между министром и мухой? Их можно прибить газетой. Если мы вспомним конец 80-х, даже начало 90-х, насколько весомо было слово журналиста. Критическое выступление в прессе означало для даже высокопоставленных чиновников конец карьеры. А сейчас что мы имеем? Мы имеем свободу слова, но имеем свободу не слушать этого слова, не слышать это слово. То есть вот реакция даже на критические выступления очень плохая. И от этого теряет не только журналистика, там авторитет газеты, телекомпании, авторитет там журналиста и так далее. Общество теряет, да и власть теряет. Это потому что у нас нет института независимого судейства, потому что в Америке рядом журналисты знают, что есть судьи, которые их не просто защищают, а которые вместе с ними, по сути дела, работают. Потому что это, если у нас в суды чаще всего журналистов таскают для того, чтобы с ними свести какие-то счеты, то там прокуратура и судебная система сидит и смотрит, потому что почти по всем фактам и публикациям начинают возбуждаться уголовные дела или вестись предварительные расследования. Потому что это
ну, главные помощники и главные защитники журналистов – это судьи. Я представляю, как, что в нашей вот перевернутой реальности все совершенно не так. Да? Нет, ну, в принципе, смотри, были проведены несколько данных. 5,5 тысяч заявлений в суд на оскорбление личности. 70% – это журналисты. То есть 70% потерпевших, подсудимых – это журналисты. Ну так а что делать-то? Потому что, ну, в смысле, это как раз говорит о том, что судьи настолько независимы, что они никогда не будут работать на стороне журналистов. А нам, вот если у нас нет независимой системы в стране, то журналистам не на что опереться. Он стоит гол, как сокол, один там над пропастью, и любой ветер может его столкнуть туда. Потому что в Америке, там, помимо вот этих вот там, поправки о свободе слова, это, безусловно, да, первая поправка, да, ну, в смысле, самое главное для них существует. Поправка о свободе слова, но она не может существовать без независимой судебной системы. Иначе это профанация, голые слова, красиво написанные буквы и все такое прочее. И, конечно, когда приезжаешь, например, в Штаты и видишь, какой уровень у них проблем, ты понимаешь, что мы реально живем в каменном веке, потому что у них основная, ну, как бы они не любят Обаму. Когда я спрашиваю, почему вы так не любите Обаму, они говорят, да потому что он той же породы, что и предыдущие все президенты. Когда их начинаешь спрашивать, почему, и ты выясняешь, что, оказывается, внутри вот этого всего есть, оказывается, ограничение этой первой поправки, связанное с тем, что у них, например, раньше ты имел полное абсолютное право не сдавать свои источники. И вот после того, как лет, наверное, 15 назад был принят закон, обязывающий при определенном обстоятельстве через судебное, но все равно есть ситуации, когда ты обязан назвать свой источник, они считают, что это война, которую они, журналисты, проиграли. Им бы наши проблемы. В принципе, вот те же самые 350 погибших журналистов за, да, эти самые за 20 годы, лет. За 20 лет. Да. Это кошмар. Кошмар. Это они благополучие в обществе, в стране, говорят. Ведь если посмотреть на смерти журналистов, то большая часть профессионально... Ну, то есть это... Большая да, часть. Это очень талантливые, активные вот, журналисты с гражданской позицией, с собственной позицией. Ну, все рассказывали, вот я когда даже мы вот общались с вами не в таком неформальном варианте, все, большая часть людей, которые работали в прошлый год, все вспоминали ситуации, которые были связаны с реальной опасностью для их жизни, связанной с их профессиональной деятельностью. Вот, кстати, сразу после съезда московское правительство пошло в ответ на заявление Богданова о том, чтобы как-то память создать погибших журналистов, решили открыть несколько улиц, назвать именами журналистов, в том числе Влада Листьева. Это было бы правильно, и Политковская тоже, по-моему. А вот с Политковской там не совсем просто. Ну, понятно, дело.